Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в переговорах в Казахстане. Их дата будет объявлена дополнительно. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Ранее официальный представитель МИД Казахстана на полях третьего заседания форума арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджана заявил, что дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении, которая должна пройти на территории Казахстана, пока не согласована. Это связано с тем, что армянская сторона пока не ответила на это предложение. Представитель МИД Казахстана подтвердил еще на брифинге в Астане, что такие переговоры действительно планируются в Алматы, и казахстанская сторона находится сейчас на связи с коллегами в Азербайджане и Армении. При этом, по его словам, проведение переговоров предполагается исключительно между этими двумя сторонами, речь о посредничестве Астаны не идет.